Сегодня мы приехали в город Зауль. Старинный парк. Когда-то здесь жили люди. Построили замок, парк. Попозже я расскажу об этом. Вот это домик для прислуги. И вот был необыкновенной красоты. Как у нас под Харьковом. Сахарный магнат. Шаровка. Вот здесь Зауля тоже построил такой замечательный замок. Сейчас это все исчезает. Разваливается и разрушается. Когда-то здесь ездили лошадки с каретами. По кругу. Красивые фонари были раньше. Сейчас они разбиты. Вот мы идем. К этому замку. Петербургский финансист Иван Помер построил этот замечательный замок, усадьбу. И вокруг этой усадьбы воздвиг прекрасные памятники архитектуры и ботанический сад. Усадьба и парк строились около 20 лет, с 1901 по 1919 год. И парк этот является одним из наиболее удачных работ архитектора-пейзажиста Владиславского Падалка. Дендрологическая коллекция составлена примерно из 150 видов деревьев, кустарников, лиан, из которых 100 форм являются экзотическими. Площадь нашего этого парка 46 гектар. Считается, что это самый большой парк в Молдавии. Но на данном этапе своей истории парк находится в упадке. Памятник культуры разрушается постепенно. Парк разделен на 4 зоны. Две лесопарковые, одна ландшафтная и последняя, состоящая из фруктовых деревьев. В парке есть несколько озер. Территория парка была спроектирована таким образом, что основные композиции чередуются одна за другой вдоль аллей, ведущих через тихую живописную долину к небольшому озеру. Как я уже говорила, что включает 150 видов коллекция, 150 видов деревьев, из них 100 являются экзотическими. Парк вообще разделен на верхний и нижний. Северопарк огорожен кирпичной стеной. Здесь располагается так называемый верхний парк. И усадьба и прилегает к этим постройкам. По бокам и позади здания растет множество экземпляров хвойных и лиственных деревьев, растений. Справа от участка 7 гектаров размещается главный сектор верхнего парка – любительский парк. Здесь растут и плакучая ива, шаровидный клен, пирамидальные дубы, краснолистный и американский клен, декоративный бук. Сразу за усадьбой начинается крутой склон, ведущий к нижнему парку.
центре парка располагается большая поляна, окруженная экзотическими для Молдавы деревьями и кустарниками. На склонах у края поляны растет группа горных сосен. В нижней части выделяется 3 массива и 7 групп хвойных растений, занимающих 1,5 гектара. Они расположены на возвышенностях, поэтому хорошо обозреваются. Здесь же можно встретить хвойные деревья, характерные для Сибири, элементы флоры Крыма, Карпат. Тут растут обычные ели и сосны, как типа дугласова пихта, это серые ели с голубыми иголками, можжевельник венгирский, виргинский, сосна мягкоигольчатая. С хвойными красиво сочетаются березы, клены, рябины. В юго-восточной части Нижнего парка простилается живописная полянка и есть очень интересные растения. Высажены формы дуба красного американского, дуба кавказского, дуба двухцветного, дуба каштанистого. На южной окраине парка расположено озеро, и на берегу которого растут ивы, лиственницы, дубы, грабы. Вход свободный.